Всем привет! Пока я доделываю куклу, решила снять быстренько видео о том, как вырезать череп. Я обещала одному из подписчиков снять подробное видео, как это можно сделать. Что нужно сделать? Во-первых, отмеряем себе прямоугольник. Вообще череп в принципе вписывается в квадрат, но я беру прямоугольник, чтобы было немножко удобнее. А для наглядности у меня есть такой ёрик. Вот я его ставлю перед собой. И, собственно, если у вас нет прототипа черепа, то просто распечатайте себе фас анфас и три четверти фотографию одного и того же черепа. И получится, собственно, почти то же самое. Так, для начала делаем разметку. Делим пополам. И делаем центральную линию. Значит, там, где у нас проходит половина, тут будут глазницы. Намечаем сразу нос и глазницы. Надбровные дуги. Здесь будет челюсть и подбородок. Пока не уточняем ничего, просто делаем себе наметки для первых срезов. Смотрим, чтобы было примерно симметрично. И сейчас ножом снимаем лишнее. Более-менее обработали нашу болванку. Переворачиваем профиль. Смотрим. У нас всегда скошен лоб. Это прям можно сразу смело убирать. Дальше. Несмотря на то, что у нас вместо носа дырка, все равно хрящи там есть, и есть спинка носа. Вот, и она самая выступающая. Поэтому нам по-любому все равно, вот около спинки носа, все равно снимаем материал. Высвобождая эту спинку носа. Можно немного, если что, потом можно добавить. Дальше спинку освободили, но теперь у нас есть еще надбровные дуги, которые мы сейчас срезали, но мы их вернем. Здесь, значит, у нас спинка, здесь
Идут надбровные дуги. И их тоже нужно высвободить. И пот, соответственно, тоже. Нос не трогаем, нос также обходим, высвобождая его. И дуги. Также можем сразу межбровное пространство высвободить. Сам провал носа мы будем делать в самом конце, чтобы была возможность еще скорректировать форму. Несмотря на то, что, значит, спинку носа мы сделали, но теперь нужно сделать, чтобы наш нос был под углом. Поэтому вот здесь сделаем вот так. Теперь нам нужно поработать с челюстью и отделить ее от скуловых дуг. Для этого можно использовать карандаш и провести себе линии, где надо будет обрезать. Теперь, для того, чтобы у нас форма более-менее стала похожа хоть на что-то, надо скруглить углы. Для этого берем наш профиль и рисуем нашу черепушку. Обозначаем, где идет челюсть и выходит в свод черепа. И убираем лишнее. У нас получается такой инопланетянин, а сейчас мы его будем приводить в чувство. Для этого у нас есть 4 стороны и 4 как бы острых угла. Нам надо потихонечку их скруглять. Начинаем это делать. Не торопясь, пытаемся сделать одну, сделали сторону, другую делаем. Симметрично, то есть немножко сняли с одной стороны, немножко снимаем с другой стороны.
сделали. Теперь возвращаемся к лицу. Нам его тоже нужно скруглить с этих сторон. И надо определиться с лицевыми костями. А вот эти бугры лобные всегда меньше, чем затылочные. То есть вот эта часть у нас уже, чем задняя. Поэтому здесь вот снимаем. Не боимся. Ну и, соответственно, закругляем эти части. Ну что, теперь самое время вернуть надбровные дуги. И аккуратненько прорезаем их. Смотрим на профиль и убираем там, где торчит. Теперь намечаем височные кости. Как они будут идти? И скулы. И потихоньку срезаем лишнее. У меня тут достаточно мелкая резьба пошла, поэтому я сейчас буду доделывать, отпилю. Во-первых, отпилю, чтобы было удобнее. И буду доделывать бормашинкой. Я сейчас формирую височные кости.
Значит, над основной формой мы поработали. Теперь нам нужно вывести челюсть. Здесь есть такая вилочка. И здесь. Вот, а вот здесь вот пустое пространство между верхней и нижней челюстью. Сейчас постараюсь это сделать. Так, наметим сразу зубы. Осталось нам сделать нос и зубы. Полировать можно до бесконечности, но меня и так устраивает вполне себе черепок. Вот. Надеюсь, видео было понятным и удастся повторить, кому это захочется и кому это надо. Всем пока!